Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1082. События дня. Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Это за 2 декабря 2018 года, воскресенье было. Мы тут всегда даю объявление. Тоже попросили люди, может, кто-то откликнется. Ролики какие есть. Епископ Евтихий Курочкин, 22 ноября 2018 года, кавычки. «Всем моим собратьям-архиереям скажу, пока живой, ведь здоровье, жизнь – это же не мимо текущее, а мимолетное. Так вот, все демонстрирующее ваше богатство, машины, покои, парфюмные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из черного в белое, при вашем антихристовом приспешествовании. Это орудие убиения церкви нашей и веры нашей. Нет больше мочи об этом молчать. Кричать начал и не замолчу. Будучи свидетелем множества отвращенных от веры Христова, а именно веры и нищелюбивого образа жизни, благодаря вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях, говорю вам, что независимо от ваших самомнений, делами вашими вы слуги антихриста, делая по вашему прелестному миропониманию потуги торжества православия. Ой, боязно стало, но я уже сказал «а». А дальше сознательное соитие современного церковного устройства с антихристианством, с борьбой со Христом, с тем, что Он заповедал нам, возвещая волю Отца. Вот заговорил человек, благослови его Господи. Езра, мир вам во Христе Господе нашем. Игнатий Тихонович, получил аванс. Десятину можно завтра отдать, так как воскресенье. К 6 утра буду собираться в храм. Держу с Божьей помощью пост. Готовлю все на воде. Хотя жена и спорит, потому что, мол, ну, можно приготовить-то на растительном масле-то. Точнее, жена готовит и мне на воде. Встал после молитвы и 100-кратных земных поклонов пишу вам. Смотрю ролики. Всем огромный низкий поклон. Да хранит вас всех Господь Бог. Аллилуйя. Аминь. Я отвечаю. Создаете контакт в скайпе. Выйдите на меня. Это другие уже. Я пишу, вам пришлю материал о посте. Этот материал есть в книге нашей к истинному православию. Тут в чем-то ваша жена права. Я ему отвечаю на это. И вот показать. Спросили ролик, 7-кратно в день молись, и вот пошли отзывы, почитайте их. Сергей Пупков. Я принял участие в акции и получил 500 Евангелий бесплатно. Любой из вас может последовать моему примеру. Филиппийцам 3:17. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ксения. Можно сделать заказ и на меньшее количество. Я заказывала 100. Другие сестры несколько раз по 100. Кто-то да по 200. Кому как удобно. Кстати, бесплатно не только Евангелие, но и доставка. Сибирская благовоззвонница оплачивает курьерскую службу до пункта выдачи самостоятельно. Если хотите, чтобы доставили до дома, до крыльца, можно самостоятельно оплатить эту услугу. Если у кого-нибудь опыт раздачи Библии на территории церкви, как священники к этому относятся? В нашем храме я спросил Библию с крупным текстом, но оказалось, что и с мелким тоже нет. Сергей Евтушенко, насколько я понимаю, это можно делать исключительно с благословения священника. А как выйдешь за ворота, то можно уже и без того.
Другой вопрос. Как священник может не дать благословение на раздачу Евангелия, на котором уже есть благословение патриарха, если только мамона запретит? И вот дальше читайте, я буду показывать здесь. По странице затормозите, и дальше пойдет. Прочитайте и дальше, тут много будет. Читайте внимательно, это переписка такая была ночью. Я это снял все. Не все, но большинство. Интересные рассуждения идут. Так, считайте по порядку, затормозите и прочитайте. Тоже будет интересно. Видите, я сколько их выбрал. Это настроение народа.
Ты видишь как? Надо пройти сюда дальше, показать. Вот я на Москин это сказал. А волшебстве вот прочитайте, а потом я тут покажу, что сегодня написал. Ну все. О волшебстве. Вот вопрос Демченко задал, я вот пишу о волшебстве, вот почитайте. Кто хочет подробности иметь, то напишите, то только в скайпе я могу послать. Что об этом говорит Библия, святые отцы, книга правил, жития. Более полное, вообще ответа нету более полного. А вот по житиям святых, как оно выглядит. Считать. Этого материала вы нигде больше не встретите. Нигде. Это из моей книги «Симфония на жития святых». Весь год. Где встречалась нечистая сила, как действовала, что люди терпели. Вот оно где. Тема открыта. Начинаем дальше говорить. А вот святые отцы о волшебстве. Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст, что говорят другие святые отцы. Какой большой материал. Это я взял из интернета, а там что-то свое есть. Но в интернете не каждый может быть. Как молились, руки поднимали кверху. На нас удивляются. Люди православят, они знают. Тормозните, кому надо, вот на этом тексте-то, и прочитайте. Вы же не на каждом шагу найдете такой материал. Я это сделал сегодня, закончил этот материал и всем разослал знакомым.
такой большой материал. Вот Миллиант Александр, епископ, я в Америке, в Лос-Анджелесе с ним встречался, умница такой, в НАСА работал, в космической программе. Какие книги, какие места. Это очень важно, потому что многие попали. Нам не безызвестны умыслы сатаны.
Вот такое дело. Конечно, необычно пришлось тут так продергивать, показывать. Ну, того стоит. Материал очень большой. Я один, тут трудно так. Мне нужно сейчас тут зайти. Ну и стихи тут одним файлом. Есть стихи, ответ быстрый. И там у меня стихотворение написано. Стихи. Сейчас я гляну. В тему, чтобы отдать им. Кстати, стихи по одному, одним файлом. Вот чтобы печатать, у меня тут целая городушка. Ну, я пока направлю туда, в другое место. Вот так будет стоять на окно. А тут я сейчас заряжу и... Сыпочка. Так, какое-то слово надо, чтобы найти. Так. Что ж такое нету? Главное, слова такие заряжаю и не могу найти. Хотел показать, тут у меня такая мысль была. Так, вот так. Ну, все на этом тогда. Не получилось у меня. Я потом отдельно стихотворение это найду и постараюсь дать. Показать наши ресурсы. Это вот Ноев ковчег, который придумал, сделал. Человек. Вот так, это наш Mail.ru. Это православный форум. А это вот наш православный видеоканал. Много очень роликов ставим тут. И во свете Библии православный библейский сайт. На этом все.